Как законодательные представители во время несвободы этих государств. Мы пришли передать вам письма трибуналов этих, какое-то наше, как наше отношение к России. И как мы хотим, что случилось для наших государств, потому что сейчас ситуация очень-очень важная, и мы хотим что-то сделать для мира и для нашего государства. И мы любим Путина, и мы любим Донбасс. Так. Odozdávame, povedz, že žiadame o uznanie dočasných štátnych zriadení. No, v tých písmach my tože chcem, чтобы ваше государство стало для нас узнать, как это гражданский трибунал, где мы потому что они незаконно передали нашу мощь Европейской Унии. Так, конечно. И, конечно, поэтому мы, те, которые хотим суверенитету, мы не хотим войны, мы не хотим эти отношения с Америкой и с этим, мы хотим суверенитету. Это фашисты, Ну вот, хорошо, мы будем рады, если вы передаете кто вы, так. И подумайте, и приходите к этому позитивно. И мы тоже хотим выразить, что мы будем делать так, чтобы наши отношения были дружба и это позитивное отношение. Понятно. Вот, хорошо. Спасибо большое. Кто вы? Я моя фамилия Петрушихин Александр. Туман, какая функция здесь? Ну, у меня общие вопросы в посольстве. Я просто я передам... Вы атташе или кто? Нет, я первый секретарь. Вы первый секретарь? Да, а я передам в группу, которая занимается вот общественными организациями, и они довольны. Можете ли дать нам разитку?
Бумажку? Не бумажку. Печать, это не печать. Печать, я... Нет, мы это не делаем. Я передам это в группу, которая занимается общественными организациями. Еще такой вопрос. Было бы возможность прямо с консулом об этом поговорить. С консулом? А почему с консулом? Ну, консул занимается консульскими вопросами. Амбассадор, с послом это сложно поговорить, потому что с послом это надо предварительная договоренность, чтобы было. Велисанец. А что на хвилку, сейчас на хвилочку. Только на минуточку была бы такая возможность. Мы любим Россию. Ну, если можно, в следующий раз, потому что послом он не сможет просто. Пожалуйста, мы любим Россию, пожалуйста. Я понимаю все, да, но вы знаете, я, к сожалению, не могу послу. Я могу доложить послу. И с вами может кто-то свяжется, который занимается общественными организациями. А так, если тут есть ваши телефоны, есть телефоны все, да? Хорошо, я передам это все. Хорошо, спасибо. 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 До свидания. Упоритайте все в щеки руце, а наточте то. Наточте то. No, teraz počkaj. Ostaňme ještě počkáme. Da, da. Štátny Ruské federace. Jdeme dopředu. No, od nás. Od toho Petro na této straně.